Двух пострадавших в результате взрыва бытового газа в поселке Нижнее Казанище Буйнакского района доставили этой ночью в Москву. Решение о транспортировке было принято министром по чрезвычайным ситуациям России Владимиром Пучковым после обследования больных специалистами Центра медицины и катастроф. Их состояние оценивалось как стабильно тяжелое. Наримана и Сакината Алигаджиевых доставили в больницу имени Вишневского, где им будет оказана высокотехнологичная помощь. В перевозке было задействовано 19 единиц техники и более 70 сотрудников МЧС. Напомню, что взрыв газа произошел 16 февраля, в результате чего пострадало 4 человека, в том числе 2 детей.